Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем. Ой, блин, забыл наушники одеть, друзья. Сейчас. Погодите, погодите. Для видео просто. Сейчас я быстренько подключу. Вы видите, значит. Подключены. Все, теперь меня будет лучше слышно. Все. Короче, мы сегодня поиграем в игру от Cody Systems. Называется Пират Чип Врейкер какой-то. Это игра про рендол. Мы здесь можем пушкой стрелять какой-то. Мы на каком-то пиратском корабле. Там какие-то скелеты ходят. Еще мы на каком-то корабле. Я не знаю, что это за корабль. Но давайте посмотрим, что в этой игре. Игрушку я нашел в АПК. Ее нету на андроиде. В принципе, почти как и все игры от этого разработчика. Мне как игра запомнилась, знаете, какая? Random Box 2. Вот это самая знаменитая. И еще третья игра мне тоже понравилась. Random Box 3. Да, мне нравятся все Random Box от этого разработчика. Первая, и вторая, и третья часть меня запомнилась намного больше. Так, ладно. Короче. Я не знаю, что тут надо делать. Короче, мы на каком-то корабле спавнимся. Здесь какие-то бочки странные. Санвинти можно настроить что-то. Нифига не понял. Ну ладно, давайте встанем. Можем стрелять этой пушкой. Это что такое? Воу. Воу-воу. А что там вообще за скелеты? Погодите. Мы можем направлять пушку. Ну-ка, давайте. И... Уи! Что это за алкашик? Что это за алкашик? Ой, я проиграл. Мне нельзя в воду становиться. Тогда я умерю, да? Что ли? Да, если я становлюсь на воду, я умираю. Это странно, ну ладно. Погнали к этим скелетам. Как раз посмотрим, что они такого крутого умеют. Здрасте, скелеты. Вы хотите забрать наш корабль? Так. Вау! Ха-ха, скелет! Скелет, как алкаш, разлетелся. А ну-ка. А, мы можем его даже вот так вот отлетать. А он встает со временем, да? Или нет? Прикольно. Слушайте, мне эта игра пока нравится. На! На! А ты что тут делаешь? На! Куда? Куда? Куда тебя занесло? Все. Сколько тут еще скелетов бродит? Слушайте, прикольная игрушка. Тут есть корабль, открытый мир. Ну, почти все открыто. Только мы на каком-то полуострове приземлились. Кстати, корабль шевелится, если пересмотреться. То корабль шевелится. Ага. Такое ощущение, что он сейчас утонет. Прям на наших глазах. Так, ладно. Давайте мы сейчас... постреляем в этого. Да тут живой, где? Я тут король, босс. Я тут с пушкой хожу. Непонятно, откуда я ее достал, конечно. Ну ладно. Слушайте, друзья, мне вот интересно доплыть до этого острова. Там что-то будет такое секретненькое такое? Я не знаю просто, я не знаю. Мы можем вообще как-то корабль завести? Кстати, мы тут по лестнице можем подниматься. Это что, пиво, что ли? Пиратское пиво! Покупаем без скидки. Но его уже нету. Так, ладно. Что тут вообще? Черепы. Так, а может быть как-то можно... Чё? Бочка, чё с тобой? Она то поднимается, то опускается вниз. Чё это за говно? Всё. Убирайтесь отсюда. Что это за баг такой в игре? Я не знаю, я не знаю, я тоже не знаю. Так, ладно. Давайте вот так вот встанем. И пойдемте посмотрим. Не знаю, что еще. Мы что, за пушку играем, что ли? А, нет, мы за рендола играем. Это просто... Мне повиделось. Мы за рендола с пушкой играем, я понял. Она прикольно стреляет, прикольно, прикольно. А мы можем так... ладно. Давайте стрельнем. Уии, камнем вниз. Все, фу. Какие они алкаши. Алькаши. Алькаши. Встань.
А все, он встал. А, точно, мы за этого Рендола играем. Ладно. Слушайте, тут больше нечего делать в этой игре. Ну ладно. Зато здесь есть прикольная пушка, она мне нравится. Так. Ой. Ладно. Короче, если эта игра такая скучная, давайте мы я еще игру какую-нибудь для вас найду. К примеру, у меня здесь есть куча игр на весь вкус. Весь вкус, конечно. Весь вкус это вряд ли. Скоро мы, кстати, поиграем вот это вот Крафт Гренни. Если вы, конечно, наберете много просмотров. И вот эти бабушки похожи, как из этой игры. Конечно, понятно. Так, Мистер Президент. Это какая-то еще одна игра. Наверное, будет клевая. Я в нее не играл. Чисто скачал, не играл, не проверял. Игра Мистер Президент. Я ее, кстати, скачал не с Play Market, тоже не с Play Market, а через АПК, друзья. Потому что почти все, мать его, игры этого разработчика сделаны в АПК. Да. Давайте, Мистер Президент, давайте старт. Вот наш Дональд Трамп стоит, что-то смотрит. И давайте старт. Какие-то чубрики. А, мы ходить можем? Мы должны на них шарики, что ли, черные? Я понял. Мы должны в них кидать шарики, чтобы они не доползли в наш замок. Кстати, прикольный сюжет геймплея. Мне нравится. Это какая-то старая игрушка. Короче, очень старая игра от этого разработчика. Я не знаю. Очень странная игра. Где-то она вышла аж в 2013, по-моему. Или 2014. Я не знаю, когда этот разработчик... Залезай! А что будет, если они все на меня... Все залезут в замок? Залезайте. Залезайте все. Вход к мистеру президенту официально открыт. Я всем презентую американский Дональд Трампский. Все, давайте. Все, лазьте мне прям. Давайте. Мистеру президенту. Давайте одного скинем все равно. Ладно, у нас одна хпшка осталась. В принципе, неплохо. Так, давайте, что они если... Так, game over. Чего? Ладно. Короче, мистер президент. Так, я не понял. Так, То есть тут вообще нету сюжетной нагрузки, тут просто надо кидать шарики в этих чубриков-ганюбриков. Это понятно, только... Их больше, что ли, становится с каждой ошибкой, которую я делаю? То есть если я проигрываю, их все больше остается, да, что ли? Наверное, так. Чем больше я проигрываю, тем больше игра сложнее становится. Ну, смотрите, это уже какой-то хард... Пошли вон! Кому вы хотите? Это в прошлом раунде можно было ходить Дональду к Трампу. А сейчас дикий хардкор. Как я? А как? Я ж за руку. Почему он еще до сих пор не лазит? На! Сразу двое. Х2. Нет. Идите в баню. Вот это я затупил. Они сейчас все ко мне проберутся. Пошлите отсюда. Чубрики вонючие. Так. Да что такое? Я не могу управиться с этими дебилами. О, господи. Все. С меня хватит этих игр. Если вам понравилось, лепите, пожалуйста, лайкосики. А с вами был я, Ванеплей. Всем пока-пока. Кстати, Random Sandbox 2 советую поиграть в эти игрушки. Запиши их, пожалуйста, на обзор. Я посмотрю и лайкну. Всем пока-пока.